преддверии праздника «День семьи, любви и верности» в Муравленко провели фестиваль семьи и творчества Family Fest 2.0. Полюбившееся всем яркое событие вновь прошло при поддержке «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегаза по программе социальных инвестиций «Родные города». Мамы и папы, бабушки и дедушки, мальчишки и девчонки. Зарядиться бодростью и хорошим настроением в сквер Фармана Салманова пришли многие. Фестиваль семьи и творчества открыли танцевальным флешмобом. Опа! Организаторы разбили территорию на множество интересных площадок. Найти увлекательное занятие для себя смог каждый. Активности придуманы для ребят разных возрастов и интересов. Мы очень хотим сделать так, чтобы в Муравленко процветал семейный досуг, чтобы нашим семьям с детьми любого возраста было чем заняться. Была такая площадка, на которую можно прийти вместе с мамой, с бабушкой, с младшими братьями и сестрами и весело, замечательно провести время. Ребята учились изготавливать фигуры из воздушных шаров, мастерили фоторамки ко дню семьи, любви и верности, рисовали, собирали гигантские пазлы, играли в боулинг. Никого не оставило равнодушным и шоу мыльных пузырей. Такие развлечения мальчишкам и девчонкам точно запомнятся надолго. У меня настроение просто отличное, потому что там я потанцевала, сделала мастер-класс по сердечкам. Я вот сейчас тут рисую. Я еще была там, где пузыри. И мне очень понравилось. Рисовала шарики, опа. Танцевала еще. Детям очень нравится, в восторге они от всех зон, которые устроили организаторы. Спасибо большое. Мы здесь танцевали, делали зарядки. Мы делали шарик, мне здесь очень сильно понравилось. Местом притяжения стали фотозоны. После такого праздника семейные альбомы участников точно пополнятся классными фотографиями. Завершился фестиваль действительно ярко, дискотекой с красками Холли. Очень крутой праздник. Мне понравилось все. Особенно вечеринка краски Холли. Очень круто, весело. Каждый друг друга там кидает этими красками. Позитивно, круто. Мне очень понравилось. Вот мы пришли, вот только когда начали кидаться красками, мы сразу пришли, сразу уже все в красках. Это было классно. Несмотря даже на то, что холодно, все равно вот, ты играешь, становится жарко и весело. Фестиваль Family Fest 2.0 при поддержке «Газпромнефти» проходит в Муравленко не впервые. Напомним, организаторы стали победителями грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города». В следующий раз мероприятие планируют провести в сентябре. Алена Гафарова, Виталий Сидняев. Новости Муравленко.